За последний год очень много перекрестков ниши переоборудовали на круговое движение, избавляются от светофоров. Возле нашего дома тоже построили круговое движение, посадили какие-то деревца. Удобно и красиво. Вот недалеко еще одно круговое движение, памятник учителю и школа. Памятник кругового движения. Такие почтовые ящики до сих пор еще используются в Сербии. Наверное, еще посылают письма. Сербский дом венчания, типа нашего ЗАГСа. Цвечара значит магазин цветов. Куда же без цветов возле ЗАГСа. В центре довольно часто встречаются такие вот так называемые чесмы. Это такой краник. Раньше это были фонтанчики, в которых можно попить воды. Вода обычная, хлорированная, такая, как в каждом доме течет из крана. Всем привет! Как я обещал в прошлом выпуске, сегодня мы поговорим про плесковицу. Я уже прогулялся, купил обычную стандартную плесковицу 200-граммовую, свиную, и сейчас мы ее рассмотрим. Плесковица — это в принципе бургер, только большой, объемный, в нем приличная большая котлета. Выглядит это вот так. Вот так. Внутрь можно выбрать из того, что предложено в том ларьке, в котором вы это покупаете. Называется место, где пекутся плесковицы, называется роштельня или роштель. То есть, по большому счету, это большой мангал, в который вкладываются угли, и на решетке все запекается. Плесковицы бывают разных видов: свиные, говяжьи, бараньи. Или чаще даже не баранье, а из ягнятины. Также можно купить плесковицы отдельно, если вы хотите использовать свой хлеб. А можно купить вместе с такой вот булкой. Булка может быть обыкновенной, либо вот такое, это называется домашнее, что-то такое, то есть, или постное, как говорят сербы. Ну, эта булочка намного вкуснее, плюс они ее кладут на решетку, тоже немного зажаривают изнутри. И это реально очень вкусно. Также они предлагают на выбор разные виды наполнений. Я себе взял с луком, капустой и с острыми перчиками. Я не беру кетчуп и майонез, которые они предлагают, потому что зачастую они посредственного качества. Я использую вот какой-нибудь кетчуп получше. Ем без майонеза. Из того, что предлагается для наполнения плесковицы: лук, капуста, острые перцы, потом неострые перцы болгарские. Также в некоторых местах популярно, так они называют это, русская салата. На самом деле это не что иное, что мы называем оливье. Какие-то другие сочетания овощей тоже. То есть это все зависит от того ларька, той роштельни, в которую вы пришли. Что касается цены. Цены тоже немного разнятся, но в основном цена примерно 1 динар за 1 грамм продукта. То есть вот такая 200-граммовая плесковица стоит 200 динар. Примерно 50 гривен. Это очень сытно, питательно. Не сказать, что это фантастически вкусный какой-то продукт. Это вкусный продукт, обычный, но ничего сверхъестественного. И попробуем. Место, в котором я это покупал, конечно же, проверенное. Вкусно.
Также существуют различные интересные виды плесковицы. Это так называемая пунина плесковица. Пунина по-сербски значит наполненная, фаршированная. Ее фаршируют шинкой или ветчиной. Также в фарш часто добавляют сыр. И это называют гурманская или гурманская плесковица. Также по желанию в нее могут добавить перец. Плесковица — это вообще тема, популярная больше на юге Сербии. Они продаются и в Белграде, но я пару раз пробовал, и мне вообще не понравились. Во-первых, там не такое вкусное мясо, а во-вторых, зачастую нет прилогов. Изначально всегда так считалось, что лучшие плесковицы готовят в городе Лесковце. В последнее время считается, что плесковицы из Ниша и из Лесковца уже сравнялись. Многие люди даже говорят, что нишевские плесковицы намного лучше. Это дело вкуса. Все зависит от качества мяса и от небольших хитростей, которые применяют при жарке. Спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!